Всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка сайта AliExpress. Тут у нас канцелярия. Будем сейчас смотреть. Тут что-то пробито. Интересно. Так, смотрим, открываем, смотрим. Так. Ну и как говорилось, тут у нас ручки. Такие вот ручечки. Таких ручек здесь у нас должно быть 10 штук. Так. А, 12, по-моему, даже 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, 12 штучек. Смотрим, о, какие тоненькие. Так, пишут, о, они разноцветные. Это все ручки у нас оказываются разноцветные. Я должна писать, так, зеленым. Все, синим. Черный. Вот такие вот ручки. Смотрим дальше. Что у нас дальше? Дальше. Ай, скотч прилипучий. Так, продавец красиво все упаковал. Плюс ему за это. Так, вот такие вот у нас тут ручечки. Красивые ручечки. Вот такая вот. Так, такая вот ручечка. Пишет у нас черным. Красная. Хотя вроде бы заказывал синяя. Черная. Черная. И такая вот серебряная ручечка. С уровнем. И две вида линейки. Тут у нас для тач-скрина для пользования телефона. И тут еще сюрприз у нас. Отверточка вот такая вот переставляется. Такая вот, можно крутить. Так, смотрим, чем же, каким цветом пишет эта ручка. Так, накручиваем и смотрим. Пишет синим. Вот такие вот у нас маленькая посылочка, одна штучка с сайта AliExpress. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ссылочку. Только вот я получил, даже и не успел никуда занести домой. Вот сразу же вскрываю, как говорится, с пылу и жару. Так, здесь у нас, где должен быть чехол. Ой. Да, так и есть у нас здесь вот такой вот черненький чехольчик. Черный чехол, книжечка, поролончиком. Вот. Такой довольно-таки приятный на ощупь. Тут и по коже, тут и по велю. Вот такой вроде бы супер, все отлично. Всем спасибо за внимание. До AliExpress. Такая вот посылочка. Я ее уже, в принципе, открыл рукой. Перед этой посылкой, потому что одной рукой снимаю, одной удобно. Так, тут у нас собачка
одежка для собачки. Так, и смотрим, что у нас здесь. Что за одежка? Одежка для маленькой собачки. Попросили меня ее заказать. Вот такая вот. Такая вот футболочка для собачки с принтом. Такой вот принт, принцесс. Вот такая вот одежка. В принципе, одежка такая вот. Этика. Качество. Ну, в принципе, качество отличное. Все швы ровненькие, все отличненько, все красивенько. Такой вот красивенький принт. Вот, ну. Материал такой вот интересный. То есть нигде не расстебается. Здесь у нас резиночки. Резиночки. Везде все резиночки. Такая вот одежка будет. Для собачки. Размер S-очка. Кстати, тянется, по-моему, вся. Да, оно все тянется. Так, вот такая вот посылочка. Одежка для собачки сайта AliExpress. Всем спасибо. Ждем следующих посылок. Yes, it's a bad day.